Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. I'm so ready. Дайте мне Ривендера в магазе. Ривендера! Ривендера мне! Это кто заказал? БМТ, ты что заказал мне фул альбом на 45 минут? Чё за фигня? Надо было еще мину ставить, чтобы была караоке версия, чтобы я фул все песни сам спел. Непобедимый король Лич. А что если победить его? Ну, мы не знаем, да? Ладно, ребят, готовы? И я. Готовы, ребятки, я? Ага. Почему не ставишь? Там же написано «Непобедимый король Лич». Надо читать уметь. «Непобедимый король Лич». Как победить непобедимого? Ну, я вот и не поставил карту. Музыкальный менеджер ATC, вот это можно победить, потому что музыкальный менеджер, мы сами по себе музыканты. Мы сами по себе музыканты, поэтому справимся. Короче, лучше это двоится, думаю, ничего страшного. Заберем 3-1, продадим его, заберем шалопайку. Или тебя забрать? А давай так. Что-то одно забрать и не лочить. Я хочу тебя забрать, чтобы на себя сделать левел обилка. Оно того стоит вообще? А, давай так. Найду себе сейчас пирата 2-4 и все, прям четенько у нас будет. У нас и стенка на протекшену есть, две пиратки, которые... готовы. Вид у тебя глупенький, но ход умом был. Спасибо. Ничего не дали, игра говна. Так, ну мы можем, кстати, лемон забрать двоих. Я не хочу. Одного заберу, значит. Короче, с этого я тебе поставлю, наверное, один трек получается, который Distance. Сейчас я треки открываю просто потихоньку. В этом мире человек, человеку пёс. Сейчас еще лимы дали. Мне же 3. Нас снова что ли побьют? Вчера ты так и не запустил Геншин, Арсван. Я как? Плакала весь день. Тем не менее, поздравляю тебя с праздником, Жабка-сенсей. Спасибо. Да как я этот... Сам большой фанат Genshin Impact. Больше всех радовался... Добрый вечер, ребята. Все вы знаете, какой я большой фанат Genshin Impact, поэтому я не мог просто пропустить. Ой. О, смотрите, вот тут телепортация. Вот тут вот девочка, которую я, конечно же, знаю. Вот, ну, само собой, я пришел сюда, конечно. На Атлану. Игра в рамках этой партии. В рамках этого прока. Игра говна, когда не везет. Когда везет, лучшая игра.
10 из 10. Ту-т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 у. Ха. Ты все равно можешь их оставить. Ты скажешь, это бардаш. Ну, конечно, атака уже не так хороша, когда мы... Ладно, ладно, пускай. Пускай. Не, же там много всего, надо будет призываться. Нет, не есть хорошо. Ну, ребят, все понимают, что мне нужно, правильно? Все, ребят, понимают, что мне нужно. Карта номер один. Воздушный знаменосец. Мистер и я в своей красе. Надеюсь, прогулка пройдет удачно. No. No. Эй, эй, теперь у него атаки много. Ей. Оп. Оп. Нормально. Большинство сейчас ты извинишься. Ой, подожди, сколько ты пробиваешь? Минус 11, минус 10, минус 5. Ну, так через ход извинишься. Контракон играть в этом патче? О, лучше не надо. Не надо. Ну что же, был ход? Ну, мы сколько-то голдишки получили. Ладно, план есть, ребята, план есть. Нам очень-очень надо вот этого заминоса. Прям вот очень надо. И что такое? Блин, это второй же трек был. Они слишком похоже поют. Почти, кстати, справился, да? Надо было в обратку не ударить. Ну, что тут еще военнодобыча? Ё-моё. Попробуем. Надо бы спел продать. Окей. Читы, поехали. Оба нужны. Кого? Давай тебя сначала. Секундочку. Ё, слишком рано. Слишком рано. Рано тебе сказали.
Так, сейчас. Скриншоты посмотрим. Скриншот посмотрим. 7 побед, 8, 9, 10, 11. Это что такое? Это считать? Учимся. А что у тебя шахматы здесь делают? Ну, свитки, понятно, золочение, по дракаре все позолотил. Шахматы что-то делают, почему-то шахматы вторыми собрал. Если своей шел. Это было что-то вроде такое, да я чем могу, а то выиграю, мне ничего не нужно. Пяу, пяу, да? Возможно, взять трубадур лучше. А, подожди, не надо трубадура. А тут все, отстой, подожди. Ура! Хлоп. Топ-топ. Вот это я понимаю. Ура! А куда остальные 9? Так, так, все, подожди, это уже что-то не то уже идет. Беги. А, статы. Ребабл сразу же ему отдать. А можно? Ну не так плохо. Ладно. Спасибо, что на 15 не пробили. Класс, класс. Классно. Может, приютишь кого-нибудь? Твоей стаи пополнение. Плеть поглотит тебя. Плеть поглотит тебя. Что все 4 делает? Пресетный хрип до конца боя, после того, как вы призываете пирата, он получает плюс 5 к атаке. То есть пираты, которые призывают, шалопайки атакуют, они получают еще 5 атаки. По Девинера получается уже 10. Ну, само собой, золотыми все сделает. То есть курс контроль нужно сделать золотым, еще такого, наверное, найти. Нам нужно... Вообще, нам нужно золочение. Спылы золочения нам нужны, и нужно хотеть ревендеров. И их золотить прям обязательно. Обязательно, поэтому нужна голдишка вот с себя. Все еще... Ну и плюс, смотрите, он там огребает, да, получается. То есть вообще никакого респекта к нему. Досетка потом будет на еще такую, на круиз-контроллер. На один фигнюшки, смотри, одна дает 8 к атаке левому существу, которое атакует. Было бы это, конечно, лучше золочение, прям, ну, в разы было бы лучше. Прям в разы. Золочение здесь намного круче. Вот, и есть, ну, чаевые бобы. Просто ради голды, потому что все, что остальное предлагалось, было, ну, не очень для меня. Арслан, почему твой промокод на самокат не сработал? Как не сработал? Подожди. А ты уже заказывал? Если ты заказывал, то вот не сработал. Хотя, возможно, еще этот новый месяц. Ну, слушай, будет новый промокод. Скоро. Как раз вчера с чатом выбирали такие. А что ж там по промокоду сделать? Какой там прикольно придумать? О, ну, там были много предложений. В основном там говорили, типа, да сделай Арслан классно, сделай там Арслан лучше. Ну, посмотрим, сейчас решим. В принципе. Собачья жизнь не всегда бывает плоха. Оу. Ну, не особо. Ну, ладно, пусть будет. Ревендер отлично, но мне сейчас очень нужен спел на золочение. Все равно.
спелл на золочение. Есть золочение тебя. Что неплохо, но опять же это... Ладно, давай так. Га-га-га-га-га. Тоже бенги. Тоже бенги. Это супер будущее. Мне кажется, это на самом деле голда в никуда. И как будто должен с ревендера все оставить на стол. И как будто должен тебя продавать. Но я тебя поставлю как бенги. Я не верю просто, что это будет лучше даже. Давай так. Так, хорошо, по трекам, ребят, дальше ваши трекичи, которые вы заказываете, сейчас я поставлю. Прям бенги, чтобы поставить меньше бенги, нет, я хочу именно второй слот его поставить, чтобы, ну, там, по другое раскрытие было. Но для этого мне нужно, чтобы... Ну, то есть, эта обезьянка должна была сзади стоять, а я хочу его на второй слот именно поставить, чтобы он, типа, раньше атаковал. А если я ставлю обезьянку на второй слот, это, типа, меньше бенег. Кто в ролик почему так редко добавляю, это будет новый правик. Новый промокод будет. The fucking fuck. Бенник вообще не будет, что ли? Почти нет ни таунта. Ну все, закончили штанишки. Штанишек не осталось, придется голопопом им сидеть. Почему берешь фонарь в баф от Ревендера? А, не вижу смысла, честно. Каждый ролл трачу, чтобы найти... Ну, мне очень надо найти круиз-контроллер. Мне очень надо... Короче, мне очень нужны карты. Вообще, эта штука в лайте нафиг не нужна. Она, в принципе, useless. Зачем надо заминоса золотой? Ну, чтобы, типа, было... Можно было еще заминоса ставить. Чтобы было три заминоса вообще на столе. Джерпета нет. Ну, нет. Драконов и у нас с фаланга все равно уже поздно. Августин, тебе нужна фигнюшка специально на мышку, которая, чтобы в конце... Блин, там клиф, да, атакует. Очень плохо, ребят, очень плохо. Ай, OFC. Стой, над стой. Очень нужна фигнюшка. Ваши таверны всегда 7 существ. Именно из-за нее получается. Механизм, а это тот самый сейчас с мехами. Вонючкинс.
Бавка в это тоже нет смысла. Я прозабав все в стенке. Нахер не нужна, нужны крыс-контроллеры. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. В самом деле холод делает, дает хрип шалопайку, что под ревендерами, ну типа два ревендера еще больше такаться. То есть буквально эта штука оверлиза. Почему? Потому что два ревендера есть и по три шалопайки на каждом. Три шалопайки на каждом, это ну типа больше атак. Не, Лиза-то плевать на эти бафы, они просто много не делают. Тут важна фишка билда в количестве и я, который выпрыгивает. Мы просто умножаем их количество. Понял, чтобы Зоя это принёс в следующий раз. I'm so ready, дайте мне ревендера в магазе. Ревендера мне! Надеюсь, не перед вылетом. Подожди, я хочу так посидонькать. Три хода назад было охренеть, какое огромное. Блин, надо не вылететь. Мне надо золотить ревендера обязательно. Просто обязательно. Такие маленькие, столько лают. Блин, жалко, что круиз-контроллер. Почему это только одна? Это очень мало. Была бы одна золотая. Ладно, нормально. Что есть. Зря банан купил, а что, какая разница? Ну, типа, другой спел будет. Я же не могу спел позолотить. Ну, сейчас по трекам дальше ставлю. Здесь так и множит. Ну вот, я продолжу. Блин, сейчас надо ее отлететь, он по идее меня выкинуть может. Там ПМ пирата, еще клип огромный. Вот это да! Аплодирую Эмилан. Я тут. Это было больно. Кингслайер! Окей, не зря бафали, а? Вот, привет, Ревион. Если не сказал привет.
Где звучка? Сейчас его это. Блин, что за волчение есть, подожди-ка. О, еще волчение, ребят. Я думал, Лэл просто поражает, хотя там четвертый, это верно, да? Плевать. Куда? Ну не получается. Не, была бы еще монета, я бы в руке подержал. Нажмем билку, не, я хочу, чтобы собирались. Блин, кросс-контроль, жалко, не золотое, конечно. Да, рал все-таки. Курс-контроля нет, там все отсутствует, ребят. Ну чел, кстати, на мехах прям жестко вынес, правильно? То есть он 35 тащил челу, который собирался АПМ. АПМ, ребята, АПМ. Ребята, расслабьтесь просто, вот так вот. Вот это да! Аплодирую всеми Контроллер, ребята, контроллер чмошный, это один сыр. Прикиньте, ебор хотя бы золото. Или прикиньте, на Тероне его поймать, и на Тероне это что-то сделать. Непобедимый Рич. Шалонаться с мехами. Ну там с тычками нереально повезло. Просто там ордер тычек был прям суперски. И плюс еще он треснул именно в пирата под... Ну типа три... У нас стоит три ревендера и один пират. Неужели Ревендер лучше, чем Элиза? Конечно, в разы, в разы, в разы. Это больше атаки с круиз-контроллера. Это больше атаки, ой, больше шалопаек с каждой, то, что хрип накидывается. Каждое множество Ревендер в разы лучше. Просто в 15 тысяч раз лучше. Единственное, чего не хватало, это больше атаки на пиратках. То есть нужно было круиз контроллер золотым или, я не знаю. Вот представьте, вы играете на Тероне. Вы играете на Тероне, у вас круиз-контроллер золотой. Под вот этими ревендерами. И вы туда билку делаете, круиз-контроллера. Он у вас разбивается, шалопайки вылезают. Пам-пам-пам-пам-пам. Или я не знаю, там не вылезает. Ну, плевать. И после этого, ребята, у вас еще прокает... Ой, у него 8 брони снова. После этого снова разбивает и снова работает он под кучей этих. И в итоге у вас вылетает шалопайки 100 атаки. CSGD, Витарслан, позор 7. Есть! Есть! Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.